Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Чувствую себя некомпетентно и постоянно не уверен, что хорошо разбираюсь в каком-либо вопросе. Не могу предлагать свои услуги. Кажется, что я не могу хорошо выполнить свою работу, поэтому занижаю себестоимость на услуги. Боюсь, что мне зададут вопрос, на который я не смогу ответить, хотя я понимаю, что многие люди намного хуже делают свое дело, даже порой абсолютно некомпетентны, но за счет уверенности в себе у них все получается намного лучше. Это мне очень мешает по жизни, не дает развиваться, я постоянно думаю, чтобы что-то доказать, в этом досконально нужно разбираться. Другой человек просто берет и делает, не думая об последствиях. Из этого я не могу выйти на желаемый доход и реализоваться в интересах областях, грубо говоря, готова работать до бесплатно, типа так ответственность не так чувствуется. Это очень мешает мне по жизни. Ну, соответственно, если вы хотите это менять, то надо это менять. Вот. Если вы хотите это менять, то это надо менять, это, соответственно, ну, работа с психологом. Я полагаю, как минимум. Что хочется сказать вам? Вот, это, пожалуй, то, что я вот немного сомневаюсь в том, если честно, я немного сомневаюсь в том, что вам интересно, на самом деле интересно, то, в чем вы пытаетесь, ну, как вы говорите, реализоваться. Вот. Я несколько вот не обижаюсь, но я сомневаюсь. Вот. Потому что, если бы вам было интересно, на самом деле, то, чем вы понимаете, то вам бы не было дела до того, ну, кто как что-то делает. Вам просто было бы, ну, все равно. А поскольку вам не все равно, вот, то я думаю, что не так вам интересно. Конечно, вы со мной можете не согласиться, вот, но когда человек, значит, ну, как-то ставит на, ну, на первый план вот как-то страх, например, перед поражением, как сказал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович. Или, как я думаю, на первый план ставят результат, вот. То есть, ну, когда мы ставим на первое место результат, а не процесс, вот. И действуем во имя успеха, а не во имя интереса, вот. Не во имя любопытства, может быть, даже. Вот. Ну, вот. Получается, к сожалению, то, что получается. Поэтому вот разрешите с вами не согласиться в том, что вам, ну, интересно как-то вот
ну, делать то, что ты делаешь. Другой вопрос, что вы можете путать, вот, вы можете путать интерес со стремлением к результату. Реализованность с доказательством. Ну, я склонен думать, что вы путаете. То есть это вот не одно и то же. Соответственно, это нужно корректировать. Ну, нормально бояться поражения, нормально сомневаться, в себе. Это нормально. Абсолютно. То есть это очень по-человечески. Дело не в том, что у вас этот страх ну, есть. Дело не в этом. Понимаете? Дело в том, что он только он у вас есть. Вот в чем дело. Понимаете? То есть вы фиксируетесь только на этом. Если вы не будете на этом фиксироваться, только на это, если вы не будете фиксировать. То, на мой взгляд, ситуация изменится в лучшую сторону. Для вас. Такая вот история. Так вот я, ну, лично думаю, с точки зрения психологии. Вот, как-то так я бы вам ответил. Углубиться внутрь вашего интереса, да, углубиться внутрь ваших приоритетов, ваших ценностей, если угодно. Вот. Это то, что может сделать психолог. Вот. Познакомиться с этим опытом. То есть, да, вы сомневаетесь. Сомневаются все. Уверенных в себе людей нет. Я имею в виду, ну, психически здоровых. Нет, не таких людей. Вопрос в том, просто кто на что обращает внимание. Вот вас с этим опытом познакомить, и все. И все, и я думаю, что
ну, вам будет лучше, на мой взгляд. Увидеть, что вы в себе не принимаете, тоже очень важный момент. Ну, вы же вот что-то в себе не принимаете, очевидно. Совершенно очевидно. Смотреть, что, как вы не принимаете. Помочь вам это принять, увидеть, что в этом ничего нет ну, ничего ужасного, ничего страшного. Ну вот, как-то так, я бы сказал. Такая история. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится, с радостью поможем.